С 1 августа 2015 года собственники старше 70 лет освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Отдельным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Взнос на капитальный ремонт является частью платы за жилое помещение, на него тоже распространяется субсидия. Использование указанных средств на иные цели не допускается. Финансирование деятельности регионального оператора осуществляется из областного бюджета.